Сердце Индии в Сибири. В Красноярске открылась ярмарка индийских товаров. Килограммы риса, мебель из красного дерева и невесомый кашемир. Выставочным колоритом прониклась и наша съемочная группа. Это национальный индийский инструмент джимта. Вот так ярко и весело проходит в Красноярске одна из самых ярких ярмарок сезона. Запах специй будоражит воображение. Кажется, для сибиряков ближе Индия еще не бывала. Мы стараем дружбанный мост между Россией и Индией. Я почти без России был, Красноярск первый раз. Очень хорошие люди, очень добрые. Потрогать, примерить и попробовать на вкус можно все товары и продукты. За индийским чаем очередь. Кто-то берет сразу несколько килограммов. Каждый год на выставке бываем, покупаем, нравится. То есть вы запасаетесь на весь год? Да, до следующей выставки. Конечно, Индия славится своими тканями натуральными. Палантины, шарфы и платки. Здравствуйте, из чего у вас платки? Это шарфы, палантины, это пукказы. Натуральная, но тонкая шерсть, хлопок и шелк из индийского города Кашемир. Очень тонкая работа. Я буквально за этим платком могу спрятаться и вас видеть. А вы меня видите? Рубашки и халаты. Индия славится тонкой ручной вышивкой. Это национальная? Нет, это в моем стиле. Это летом можно носить, очень даже красиво. Ковры тоже индийские. Маленькие можно приобрести за 15 тысяч, экземпляр побольше за 70. У них очень приятный пружинищий ворс. Прямо на ярмарке вам могут сделать рисунок в стиле мехенди, специальной хной. Хна – это индийское дерево, из него делают эту натуральную краску. Это Габа из индийского города Дели, и его друг занимается как раз росписью вот таких ваз. Это все мой друг готовит, нас и ручно готовит, это бронза. А почему у вас везде почти изображены слоники, слоны? Потому что у нас в Индии, который слон как бог. Какая же ярмарка без украшений? Женская половина присматривает колье и браслеты из Непала и Индии. Традиционные индийские украшения из серебра мельхиора, они изображают божеств. Это называется тика. Одевается на середину пробора. Да, есть одинарная, есть двойная. Наши индийские друзья не поленились и привезли на выставку даже мебель. Здравствуйте. Из чего это? Это тиковое дерево. Дерево тик, красное дерево. Да. Древесину украшают заклепки из бронзы, тоже ручная работа. Глаза разбегаются, но каждый находит на ярмарке товары по душе. Платки, сумки, очень много косметики, бижутерии. Пришли за траву посмотреть. Специи. Специи, да. Индия рядом. Уникальная выставка продажи товаров из Индии ждет гостей на цокольном этаже ТРЦ «Июнь». Успевайте, ярмарка работает до 11 сентября включительно, с 11 до 19:00.